Сегодня мы с вами познакомимся с проектом нового ГОСТа ГОСТ-2021 по библиографическим ссылкам на электронные документы. Да, что ГОСТ грядущий нам готовит? Пока это еще проект, но знать о нем хорошо бы заранее. Да? Кто вооружен, кто предупрежден, тот вооружен. Вот такое счастье нас с вами может ожидать в самое ближайшее время. Ну и чтобы для нас это не стало большой неожиданностью, мы сегодня пройдемся немножко по вот этому проекту. Может быть, кто-то уже знаком с этим проектом, уже видел, а для кого-то это может быть новость. Да, не смотрели и даже, может быть, и не знали, что такое нам предстоит. Но вот, тем не менее, да, предстоит. И обращаю ваше внимание, несмотря на то, что это пока еще проект, и пока еще он представлен в виде такого ознакомительного, носит ознакомительный характер, есть некоторые моменты при описании электронных документов, которые мы уже сейчас можем для себя позаимствовать, взять на вооружение, взять на заметку, особенно что касается тех примеров, образцов, тех видов электронных документов, которых нет, например, в образцах ГОСТа-2018, да, ГОСТ-R70100, библиографическая запись, библиографическое описание 2018 года, новый наш ГОСТ, про который мы много уже говорили, но не все там можно найти. Да, вот здесь есть такие. И хотя речь в этом ГОСТе идет о ссылках, тем не менее мы можем взять некоторые моменты, некоторые оформление некоторых элементов на вооружение. Да? Но, пожалуйста, имейте в виду, что это все-таки это проект. И о чем присутствует предупреждающая запись, что текст... Вообще, текст самого проекта «Библиографическая ссылка на электронные документы, размещенные в информационно-телекоммуникационных сетях», вот так это теперь называется, будет называться «Общие требования к оформлению», размещен, ну, вот можно найти его в сети интернет. Мне вот нравится сайт консорциума «Кодекс», электронный фонд актуальных правовых и нормативно-технических документов. Там, как правило, все ГОСТы, все стандарты можно найти, причем с указанным статусом в действии, прекратил действие и так далее. Очень хороший сайт, ссылку на него я вам даю, здесь она в презентацию, можно скачать, кстати, и ссылка, она активна, можно сразу, можно так найти, можно прямо по ссылке перейти на этот сайт. И обратите внимание, на самом сайте выложено вот это предупреждение, что проект носит информационный характер и применению не подлежит. Но статус проекта действующий. Вот что-то мы оттуда можем, какие-то элементы позаимствовать, как сделать правильно ссылку на фрагмент, например, видеосюжета, да, как внести. Но имеем в виду, что эти данные, которые мы будем использовать, это все-таки от нас, так сказать, сформированные и сформулированные на основе анализа документа или ресурса. Соответственно, мы их будем ставить сейчас в квадратные скобочки, что это мы сами сформулировали. Но подсказки здесь есть, и в конце я их вам покажу. Да, вот эти вот хорошие вещи, которые из ГОСТа можно позаимствовать. Но опять же, обращаю ваше внимание, ссылаться на него, особенно указывать в методических рекомендациях по оформлению, например, письменных работ, ВКР, курсовых и так далее, мы пока права не имеем. Его пока еще как бы не существует. Мы сейчас с вами так переносимся в будущее, знакомимся с тем, чего пока еще нет, но что нам грозит. И маленькое дополнение, если будете вот с этого сайта, очень хороший сайт, кстати, все стандарты можно найти там. Очень хороший поисковик, и можно скачивать. Что самое приятное, можно скачивать тексты этих стандартов. Но данный документ доступен только, этот проект, в виде скан-копии. То есть из PDF-а Word вы его не переделаете. Это фотографии страниц. Вот в таком виде, ну, воспринимают их все конвертеры-обработчики как изображение. А изображение в текст не все переводят. Для того, чтобы его скачать, это есть ограничения на этой платформе. Какие-то документы для прямого скачивания, пожалуйста, а какие-то вот вроде нашего проекта требуется регистрация. Не будете регистрироваться, занимает буквально пару
даже меньше, чем пара минут, в два клика регистрация, и либо в DGV, и в PDF можно скачать вот в одном из этих форматов текст проекта, чтобы с ним поработать и познакомиться. На самом сайте представлено вот ровно то, что сейчас у меня на слайде. Все, больше там в открытом режиме ничего нет. Стоит дата принятия 1 марта 2021 года, это дата принятия проекта. До 1 марта шло общественное обсуждение этого проекта, достаточно активное и в нашей группе «Библиография для небиблиографов». Я как-то размещала ссылку, где можно было зарегистрироваться и принять участие в обсуждении этого проекта. Много чего еще требует доработок. Ну, самое главное, практически нет в этом проекте примеров, образцов, вот то, что мы так любим и в первую очередь ищем, особенно не библиографы в ГОСТах, да, а как это сделать. Описание есть, примеров, образцов не на все, не везде пока еще в этом проекте есть, я надеюсь, что будет добавляться. Ну и пройдемся по основным моментам этого проекта. Значит, область применения. Для чего и где? Этот ГОСТ будет устанавливать общие правила составления библиографической ссылки на электронные документы, размещенные в информационно-телекоммуникационных сетях. И если мы привыкли к формулировке, уже привыкли к формулировке в ГОСТе R100 2018 года по описаниям, да, в сети интернет, в сетях, вот здесь... Да, понятие уже немножко опять изменяется в информационно-телекоммуникационных сетях. Для чего используется? Для оформления библиографических ссылок в отечественных изданиях и публикациях. Коллеги, обратите на это внимание. В отечественных изданиях и публикациях. При публикациях в зарубежных изданиях оформление отдается на откуп тем стандартам и правилам, которые приняты в конкретном зарубежном издании, куда вы собираетесь публиковаться. Да, такое напоминание еще раз. Ну, соответственно, один из 8 международных стилей нам понадобится использовать, если мы самых популярных, да, может быть, и дополнительно какие-то, если мы собираемся печататься в зарубежных изданиях. А вот для публикации в отечественных, да, это тот самый случай. И обратите внимание, я вам привела прям выдержку из этого проекта ГОСТа. Надеюсь, что она останется, а может быть и нет. В отдельных, вот тот самый камень преткновения, о котором мы все время запинаемся, когда работаем с ГОСТами, знакомимся с ГОСТами и пытаемся составить методические рекомендации с учетом ГОСТов. Да? В методичке написано одно или в требованиях издания написано одно, в ГОСТе написано немножко по-другому и на что опираться, на что обращать внимание. Вот здесь прям дается в разделе, касающемся области применения, прям указано в тексте. В отдельных случаях некоторые положения стандарта могут быть скорректированы по требованию издающей организации согласно ее внутренним правилам оформления публикации. Вот это вот тот самый момент, о котором я вам все время из вебинара в вебинар говорю. Коллеги, первое, что мы берем в руки, и первое, на что мы обращаем внимание, особенно если мы говорим о публикациях в научных изданиях или о публикации монографии в каком-то издательстве, это те требования, методические рекомендации самого издательства, самого издания. И только во вторую очередь мы берем ГОСТ. А вот здесь это прямо в ГОСТе закрепляется. Коллеги, сейчас одну минутку, я только напишу нашему участнику. У которого нет звука. Угу. Либо перезайти в вебинар, иногда F5, это с компьютера удобно нажимать. Евгений, спасибо большое, это если с компьютера, если со смартфонов легче перезайти, пока найдешь F5. Так вот, вот это прямо вот у нас в ГОСТе здесь, в новом проекте, эта фраза существует. Поэтому первое, на что обращаем внимание, это внутренние
требования сдающей организации. Они в первую очередь, потом уже все остальные ГОСТы. Да, со своим ГОСТом в чужое издание воинственно потрясая не бежим. Это может быть связано с особенностями самого издания, которое входит в различные, да, индексируется, там в РИНЦы, входит в реферативные базы, в Скопус, в Эпофсайенс, еще куда-то, и там тоже свои требования, которые предъявляются к этим изданиям, естественно, они подстраиваются под требования этих баз, да, чтобы войти в число журналов, которые там индексируются. Поэтому могут отличаться некоторые правила оформления в тех или иных изданиях. Наше дело просто не разбираться, почему так особенно, да, а вот берем методичку, все сначала по методичке, ну а тем, кто составляет методические рекомендации, вот на заметку, пожалуйста, обращайте внимание, да, что вот появляется новый ГОСТ, и стараться все-таки делать по ГОСТам. Для кого и чего нет в стандарте? Ну, соответственно, если речь пошла об изданиях, издателях и авторах, то ГОСТ, новый проект ГОСТа, для авторов научных публикаций, издателей и редакторов. В первую очередь, можем ли мы эти положения использовать для оформление ссылок письменных работ студентов, ВКР, курсовых и так далее. Возможно, да, почему нет, тем более, что здесь есть хорошие примеры. Я надеюсь, что они будут и будут еще доработаны на новые виды электронных ресурсов, то, чего нет в остальных ГОСТах и в ГОСТе 2008 тем более. Поэтому вполне, да, можно, но вот с оговорками и с, может быть, корректировками. Что в стандарте не рассматривается, это вопросы сохранности, повторной доступности документа и случаи, требующие дополнительной установки специального программного обеспечения для там различных вариаций автоматизации различных списков, ссылок и прочего. И один из таких сложных моментов, который пока еще есть в самом проекте, это термины и определения. Термины и определения достаточно большой раздел, очень много новых терминов вводится, и вот первое, что смущает, начинает смущать умы, это разведение понятия электронный, опять появляется электронный документ и понятие электронный ресурс. Ну вот, вот так вот. Не знаю, будет ли это как-то устранено в итоговой версии, но путаница в мозгах, она будет происходить у нас еще очень долго. Только мы привыкли к определению электронный или просто ресурс вместо документ в ГОСТе по библиографическим описаниям, а вот теперь в ГОСТе по электронным, по ссылкам на электронные документы у нас опять возвращается понятие электронный документ. Да, и вот здесь путаться еще, я так чувствую, будем долго, если в итоговой версии это все останется. Под электронным документом что подразумевается в этом ГОСТе? Это документ в цифровой форме, для использования которого необходимы средства вычислительной техники или иные специализированные устройства для воспроизведения там, звука, видео, текста, изображения, да, текста, звука. То есть, в принципе, это то, чего, что в в ГОСТе по библиографическим описаниям в новом, 18-м года, обозначалось термином, чуть-чуть изменена, конечно, формулировка, но, по сути, получается, это то, что называлось ресурсом. Да, на любом носителе, в том числе электронном, мы говорили об электронных ресурсах. И здесь же дается, вот в новом проекте определение электронный ресурс – это совокупность данных или документов в цифровой среде, и поддерживающие их программно-технологические средства. Ну вот, путаница будет еще идти. Тоже, где ресурс, где документ. Ну, судя по описанию данному в новом проекте, электронный документ – это одна штука, да, электронный ресурс – это много. Да, здесь одна книга, а много книг – это уже электронный ресурс. Библиотека или сайт, на котором они расположены.
Титульная панель электронного документа. Условно первая страница документа, источник первичного опубликования для републикации. Что такое републикация? Это электронный документ, созданный посредством воспроизведения, копирования аналогового документа и введенный в общественный оборот посредством информационно-телекоммуникационных сетей. Проще говоря, книга, имеющая печатную электронную версию, как мы раньше говорили, это републикация. Вот то, что выложено, взяли книгу, цифровали ее, выложили в библиотеку, и вот эта цифровая книга в PDF-файле – это уже републикация, это электронный документ. И вот титульная панель электронного документа, как я поняла из этого определения, это та титульная страница, тот титульный лист, которые мы открываем в PDF-файле, да, самой книги. Вот, видимо, это так. Коллеги, поставьте, пожалуйста, значок «огонек», если хорошо слышно, потому что я вижу, что у кого-то нет звука. Ага, спасибо. Спасибо. Спасибо, Евгения. Вы прям мне сегодня очень, очень здорово помогаете в чате. Слышно. Ага, спасибо. Спасибо, коллеги. Пробуйте либо перезайти, либо да, включить звук на видео могли отключить, либо динамики поставить погромче. Но иногда бывает из-за слабого сигнала интернета звук начинает пропадать. Так вот, идем дальше. Титульная панель электронного документа – это значит как бы титульный лист, да, книги, размещенной там в интернете. И есть еще одно понятие – это главная панель сайта. Вот некоторые термины я вам прямо сюда на слайд вывела, и так немножко по ним пройдемся. Да. Главная панель сайта – это часть пользовательского интерфейса, позволяющая осуществлять поиск по рубрикам и иным точкам доступа сайта. То есть, я так понимаю, это та страница, где расположено меню, вот главная страница сайта. Наверное, так, главная панель сайта. А может быть… И панель меню или навигации, которая может располагаться на каждой странице сайта. По ней мы тоже можем осуществлять поиск по рубрикам, по иным точкам доступа сайта. И вот как-то вот не хватает еще методических каких-то, может быть, пояснений или пояснений к терминам или примеров, что является, что чем является, да, для того, чтобы потом не путаться уже в самом госте, чего где указывать и что это такое. И версия электронного документа. Если мы раньше любили часто говорить, что электронная версия печатного документа, да, и все понимали, о чем идет речь. Это та же книжка, которая просто у нас в электронном формате присутствует. Нет, теперь это называется републикация. А вот версия электронного документа – это формально идентифицированное качественное состояние, содержание, это я вам просто вот цитирую дословно, электронного документа на определенной стадии, этапе его разработки, содержащие дополнительные или обновленные материалы. Вот так вот. Вот это электронная версия документа. А книжка в PDF-файле, которая имеет печатную аналоговую версию, да, это уже републикация. Сложно так вот продраться сквозь дебри, но, насколько я понимаю, версия электронного документа – это вот документ, который мы, например, да, создаем в Вики или там в Google Доке, все работаем с этим файлом, лучше даже в Вики. Поработали мы с этим файлом, внесли какие-то правки, сохраняем его как версию 1, потом доработали документ, версия 1 у нас остается, сохраняется там версия 2 с новыми доработками. Вот это будут версии электронного документа. Ну, как Windows 7, Windows 10, Windows 11, да, это тоже версии электронного, в данном случае, ресурса. Что является объектами библиографической ссылки? В проекте ГОСТа перечислены все основные виды электронных документов, и указано, что все виды электронных документов являются объектами составления библиографической ссылки. Любая версия электронного документа при условии, что ее можно четко идентифицировать, однозначно позиционировать и разместить и найти. Ну и виды документов, которые там
приведены, я их вам сюда тоже вынесла, можно посмотреть, что предлагается. Вот, опять же, вот списки, они не полные, везде идет перечень неполный, перечень дополняется и другое. То есть будут еще корректировки, я так чувствую, в этот проект ГОСТа. Но, тем не менее, уже можно понять, что будет сюда относиться. Это впервые опубликованные в сети, буду сокращать вот это страшное слово, информационно-телекоммуникационных сетях, да, не имеющие печатных аналогов, и републикации. Вот это то, что нас будет интересовать в первую очередь. Републикации – это печатный аналог, и в цифровом виде мы эту же книгу имеем. Вот это републикация. Интегрируемые мультимедийные электронные ресурсы, документы, да, вот сама уже начинаю путаться, документы называть ресурсами. Мультимедийные электронные документы – это сочетание нескольких видов. Да, электронные издания, где несколько видов, несколько элементов различной природы, которые воспроизводятся взаимосвязанно и требуются какие-то определенные соответствующие там, программы. Онлайн-курсы, где есть видеолекции, где есть текст, где есть звукозапись, где есть интерактивные тесты. Вот это мультимедийный, мы говорили, ресурс. Да, теперь вот. В этом ГОСТе будет называться документы. А интегрируемые – это, знаете, такой самый простой пример. Пост в социальных сетях и комментарии, реплики к этому посту в чатах, форумах. Вот это интегрируемый ресурс. То есть они сами по себе не существуют, отдельно реплика. Да, она обязательно включена в какой-то контекст, ветку обсуждения и относится к какому-то посту. Вот это вот называется интегрируемый ресурс, хотя в паре мест в этом проекте вдруг слово «интегрируемый» исчезло, появилось слово «генерируемый», которое тоже относится к тому же самому. Ну вот я думаю, тоже как-то вот пояснение по этому поводу в окончательной версии ГОСТа все-таки будут «генерируемый» или «интегрируемый». Но чаще всего попадалось определение как интегрируемый. Электронные информационные ресурсы – это различные программное обеспечение и базы данных. Здесь имеется в виду, но если вспомните, в ГОСТе по библиографическим описаниям электронные информационные ресурсы – это вот как раз те самые книги, сборники статей в электронном виде, которые существуют там где-то на сайтах, в электронных библиотечных системах и так далее. То есть вот здесь опять по этому определению понять будут идти, по этому термину будут идти непонимания. Да, и трудно сообразить, в каком ГОСТе я сейчас нахожусь и что под чем подразумевается. Что есть, ну, такие нюансы, они есть по всему проекту, но это еще все-таки проект, будем надеяться, что они исправятся. Что есть хорошего? Примечание к пункту 4.1, деление материалов на опубликованные и не опубликованные. Вот здесь примечание приведено очень конкретно, очень четко и очень здорово. Что считается опубликованными материалами? Все материалы, содержащиеся в электронных ресурсах свободного доступа. Электронные документы, которые нам доступны в сети, в составе... Вот здесь появилось опять почему-то слово, раньше было интегрируемое, а теперь генерируемых ресурсов, относятся к опубликованным. И приводятся примеры. Комментарии в чате, социальных сетей, например, какие-то форумы и так далее. В общем, все, что появилось в виде комментария, считайте, это относится к опубликованным материалам. Все, что есть в интернете, все считайте опубликованным. Но электронные ресурсы свободного доступа. Если есть какие-то ограничения по доступности ресурса, то эти документы могут относиться, расположенные на этом ресурсе, могут относиться к неопубликованным. Документы не предназначены для общественного пользования. Например, какие-то внутренние регламенты, стандарты, размещенные на отдельных компьютерах, например, какой-то организации, доступные только по паролю и так далее. И только с компьютеров, расположенных на территории этой организации. Или переписка по электронной почте. Вот это не опубликованные материалы, не опубликованные документы.
Но если мы эту переписку выкладываем, например, в социальные сети, как у нас иногда любят делать, да, так скрин, раз, переписки электронные, и положили в пост. Вот то, что в посте запущено, вот это уже будет относиться к опубликованным документам. Поэтому, ну вот, пояснение здесь достаточно хорошее, в примечании потом можно будет посмотреть. Вот это, по крайней мере, нормально описано, и становится понятно, что к чему относится. Где писать неопубликованный, а где искать, да, там, даты публикации. Что является объектами библиографической ссылки, в пункте 4.2 тоже приводятся виды. Не только целые ресурсы, но и отдельные фрагменты. Что это может быть? Вот реплика в каналах коммуникации, сообщение, комментарии в чатах, форумах рассматривается как фрагмент, да, составная часть ресурса, а сам пост уже рассматривается. Хотя есть вариант, когда мы эту реплику можем описать как отдельное под заглавием. Да? Первые слова этой реплики у нас станут основным заглавием, как отдельное сообщение, как часть, составная часть, как статья из сборника, примерно вот так. Фрагмент документа, в том числе мультимедийного, не обязательно ссылаться на весь курс, мы можем сослаться на отдельную, например, видеолекцию или отдельный слайд, или слайды презентации, выложенной в составе какого-то, например, онлайн-курса или мультимедийного учебника. Информационный ресурс целиком, вот здесь опять путаница начинается, информационный ресурс в ГОСТе 2018 и понятие информационный ресурс вот в этом проекте, они отличаются. Можете потом даже посмотреть, да, что по чем подразумевается. Здесь под информационным ресурсом подразумевается сайт-портал, а там материалы, источник на любом носителе, в любой знаковой системе. Группа документов и составная часть интегрируемого документа. Вот это вот как раз те самые сообщения чат-форума. И дальше, да, ну это вот я вам кратко просто весь списочек привела, что там приводится. Список неполный, список будет пополняться. Виды библиографической ссылки, на этом мы останавливаться долго не будем, просто отметим для себя, что они есть в новом проекте ГОСТа. В части оформления и формулировок видов библиографической ссылки по различным критериям и признакам классификации. О, отлично, Елена! Да, коллеги, если вдруг что, пробуйте другие браузеры. Edge точно не берет. Я немножко отвлекусь, наша вебинарная комната. Самое лучшее – это Opera, Mozilla тоже могут быть проблемы. Google Chrome, Яндекс очень хорошо берет, поэтому в первую очередь лучше под ними. Либо с мобильного приложения устанавливайте webinar.ru. Если с мобильных устройств, тогда все шикарно проходит. Это немножко прошу прощения за отвлечение. По видам библиографической ссылки, они перечисляются, там также дается описание, мы на нем останавливаться не будем. Это у нас есть в ГОСТе по ссылкам 2008 года, и как раз вот в этой части они и ссылаются на этот ГОСТ. Единственное, что обращу ваше внимание... Ой, сейчас возьму указочку. Даже не хочет, только... Ну да. Нет, у меня Яндекс хорошо взял, Евгений Хижняк. Вам отвечаю. Да? Но лучше, конечно, Google. Вот это вот, обратите внимание, у нас идет, помните, прямое косвенное цитирование, да, здесь по целям идет деление ссылок на цитирование и упоминание. Цитирование – это там, где в кавычках строгое соблюдение соответствия цитаты источнику. Упоминание – это не прямая косвенная речь, да, когда мы упоминаем, что эту проблему в своих работах рассматривали такие-то авторы, вот мы их упомянули, или в своей статье такой-то автор рассматривал эту проблему с такого-то ракурса и немножко пишем об этой проблеме. Вот это упоминание. Здесь в проекте это будет четко выделено, и даны определения понятия, что относится к цитированию, что относится к упоминанию. Да, кстати, коллеги,
По поводу количества источников, напоминаю, у нас есть единичные и комплексные ссылки. По ссылкам у нас, кстати, в ноябре будет аж 4 вебинара каждую неделю. И там мы уже по ГОСТу 2008 по этим моментам пройдемся более подробно. Но напомню, что у нас есть комплексная ссылка, которую мы ставим на несколько источников. Даем одну ссылку на несколько источников. И вот комплексная ссылка только для упоминаний. Для цитирования комплексную ссылку не используйте. Вот это в новом проекте ГОСТ тоже отмечено и пояснено. По источникам информации. Что является источником информации для составления библиографической ссылки на электронный документ? В пункте 6.1 зафиксировано, что библиографическая ссылка содержит библиографическую запись цитируемого или упоминаемого документа. Поэтому дальше по самому ГОСТу, хоть у нас и встретился ГОСТ по ссылкам 2008-го, в основном идет отсылка к ГОСТу 2018. Да, по правилам, и часто встречается вот это упоминание, по правилам ГОСТа 2018. По правилам ГОСТа 2018. Библиографическая запись, библиографическое описание очень часто ссылается именно на этот ГОСТ, поэтому обратите внимание. Главный источник информации – это элемент электронного ресурса, который содержит все идентифицирующие сведения о документе, который мы цитируем или упоминаем. Что это может быть? Вот примеры здесь приведены, так как это в проекте изложено. Титульная панель, причем не сказано какая, да, наверное, имелось в виду панель документа, замена титульного листа печатного издания, основное меню, сведения о программе, первоначальные сведения вывода информации на экран и сам сайт в конце тоже вот так вот стоит, да, и другое, и плюс еще сайт. Сам сайт, на котором или портал, на котором выложен документ, тоже является источником для составления библиографической ссылки. По библиографическим сведениям приводим те же самые правила, у нас сохраняются. Библиографические сведения приводим в том виде, как они представлены в выходных сведениях или идентификационных данных, на том же языке или в транслитерации. Несколько пунктов в проекте посвящено вопросам языка, про прописные, строчные буквы в разных областях описания. Ну, такое напоминание идет. Да, и про сокращение. В проекте отмечается, что не сокращается при ссылке на электронные документы. Заглавие, основное заглавие, заглавие серии или подсерии, если есть, вот это не сокращается. Место издания, публикации или распространения не сокращается. Тематическое название издателя не сокращается. Вот, вот эти пункты, они в проекте сейчас есть. Возможно, будут изменения, но пока вот так. Ну, по крайней мере, место издания точно уже закрепили, что точно не сокращает. И по схемам описания. Вот эти схемы, которые приводятся в проекте, я их вам с такими вот выносками, ну, чтобы было понятно, все знаки постаралась расставить. Надеюсь, да, вот здесь у нас только вот пробел вкрался, его не надо. Вот здесь пробел не надо, да, а остальное вроде все у нас на местах. Это не пробел, здесь пробела нет, это, да, это в другом этом самом у меня вставилось. Угу. И примечание, что области, элементы, я вам здесь постаралась расписать, и к примечаниям, вот эти звездочки, это просто раскрываю, что здесь подразумевалось. Просто порядок областей и элементов постаралась вам сохранить, вот как это предлагается. Это на электронный документ в целом. Заголовок, основное заглавие, это все знакомые нам области, международный стандартный номер, серия выпуска, все, что относится к серии, вот сюда относится у нас, да, вот, в скобочках, примечания, что сюда относится, идентификаторы ресурса, условия доступности. Да, никаких текст электронный мы сюда уже не пишем, это ссылка, а не библиографическое описание. И на составную часть электронного документа, на фрагмент, тоже похоже на
описание составной части ресурса, с которым мы знакомились уже в ГОСТе 2018, да, и потом в ссылках по ГОСТу 2008, и еще в октябре-ноябре мы про это повторим. Заголовок, основное заглавие, сведения, относящиеся к заглавию, сведения об ответственности, две косые черты, и вот дальше у нас это все, что относится к фрагменту первой части. Вторая часть – все, что относится к идентифицирующему документу. Сведения об идентифицирующем документе. Что это такое? Об источнике опубликования. Что это такое? Идем вот сюда. Да, сведения берем отсюда. Сведения о местоположении составной части в документе, на какой странице, на каком слайде, в каком промежутке видеосюжет располагается тот кусочек, на который мы ссылаемся. Примечания, опять же, я расписала, что это такое, да, и идентификаторы ресурса, условия доступности. Вот эти схемы у вас есть, в презентации можно скачать, взять и пользоваться. А, понимаю, пробел у меня туда мог вкрасться из-за звездочек, когда переставляли. Ну, это можно будет поправить. Про заголовок тоже даются некоторые пояснения в проекте. Что рекомендуется использовать в качестве заголовка? Имя или имена авторов – а вот наименование организации, унифицированное заглавие, географическое название, которое, в принципе, по ГОСТу библиографическое заголовок мы можем, 780, по-моему, мы можем использовать, здесь не рекомендуется. Но как быть с описанием, например, републикации федерального закона, которое в ГОСТе, 2018, наоборот, рекомендуется давать под заголовком, и в качестве заголовка выносится «Российская Федерация. Точка. Законы». Такой комплексный у нас заголовок идет. И дальше название федерального закона и его описание. Здесь это не рекомендуется. Почему? Не знаю. Пока пояснений нет. Сохранится ли эта часть в итоговой версии, не знаю, но попробовала найти что-то, я не нашла примеры про законы вот в проекте этого ГОСТа. Может быть, где-то они там скрылись, и найдете, посмотрите, пожалуйста. Может быть, они, конечно же, появятся, но несколько позже, но вот какой-то здесь, да, вот, там рекомендуется, здесь не рекомендуется, какой-то разрыв между ГОСТами, ну, не знаю. Возможно, здесь, скорее всего, будут изменения, поэтому себе так галочку, пометочку ставим, что про заголовок надо будет обратить внимание. Ну и те же самые рекомендации, как и нам уже знакомые, про заголовки одного, двух, трех, четырех авторов. Если до трех авторов включительно, да, один, два, три автора, указываем всех. Если четыре автора и более, описание делаем под заголовком, под заглавием, авторов указываем в сведениях об ответственности. И то же самое правило, которое правило трех, измененное на правило пяти, которое есть в ГОСТе 2018, здесь применимо. Если у нас, например, четыре автора, мы их указываем в сведениях об ответственности. Если у нас пять авторов и более, тогда в сведениях об ответственности мы указываем первых трех и в скобочках пишем ИДР. То есть вот это правило, оно переносится сюда. Оно здесь есть. По основному заглавию электронного документа. А, да, и еще, коллеги, вот сюда тоже есть такое там небольшое дополнение по требованию издания. Есть исключение. Пункт 7.6.3, пока сейчас на данный момент, допускается приводить в заголовки всех авторов документа по требованию издательства. И в этом случае в сведениях об ответственности они не повторяются. То есть 5, 6, 8, и если издательство вас попросило привести всех авторов, приводим всех авторов. Такой пункт в новом проекте существует. Поэтому вот, да, имейте это в виду. По основному заглавию. Основное заглавие электронного документа указываем в том виде, как оно приведено в источнике. Основное заглавие – это то, которое появляется на титульной панели при загрузке ресурса. Ну, вот несколько примеров я вам здесь привела. Да, вот Википедия, свободная энциклопедия, вот это вот и приводим в качестве основного заглавия. Кодексы и законы, правовая и навигационная система – это приводим в качестве заглавия. Консорциум кодекс –
электронный фонд актуальной нормативно-технической правовой документации. Вот ровно так это приводим. Основное заглавие записываем сюда, и через двоеточие второе, да, заглавие у нас уходит в сведения, относящиеся к заглавию, это переносим вот сюда. Ну, тем более они выделены, как бы сказали, типографским способом. Пробелы между инициалами. Светлана, вот запятая после фамилии, значит, сразу коллеге скажу, в данном проекте ГОСТа нет, ни запятой после фамилии, но мы ее вообще-то в ссылках и не ставим. Это не описание, не библиографическое описание, это ссылка. В ссылках не ставится, и пробелы между инициалами, здесь тоже очень смешно в проекте, в нескольких местах, где-то стоит пробел, где-то не стоит. По большей части не стоит. Значит, пока ориентируемся, пока без пробелов. Хотя в некоторых местах было, но я так понимаю, что это пока еще отщепятки, которые будут исправлены. Не ставится. Наверное, не ставится. Так, сейчас. Юлия, разные должности в перечне составителей. Если разные, то точка запятой. Если одного уровня, да, то тогда запятая. Запятая – это одинаковое. Если разные – художник, там, редактор, то точка запятой. Художника иногда еще в сведения, относящиеся к заглавию, выносят. Да, иллюстрации того там. Если заглавие отсутствует, в качестве основного заглавия приводятся первые слова текста, которые мы видим на титульном панели. То есть, когда мы открываем страницу, первые слова текста, вот это становится основным заглавием, берется в качестве основного заглавия, ставится в кавычки и заключается в квадратные скобки. Ну и плюс, если есть какой-то вот интересная вещь, опять же, не поясненная пока еще в проекте, если заглавие отсутствует на титульной панели, то это может быть название изображенного предмета, лица, здания, элемента, электронной публикации и так далее. Примера не приведено, к сожалению, как это должно выглядеть на самом деле. Надеюсь, что этот пункт либо будет изменен, либо будет приведено пояснение, как это можно сделать. А так, первые слова текста, которые берем в кавычки и обязательно в квадратные скобки, так как это мы сами сформулировали. Сведения, относящиеся к заглавию электронного документа, что здесь приводится через двоеточие, пояснено, вид, формат. Сведения об утверждении правовых нормативных документов, размещенных на сайте, это из ГОСТа 2018, произошли там изменения, и теперь мы вот эти все сведения указываем в сведениях, относящихся к заглавию, через двоеточие. Сведения о переводе, да, вот переводное издание, указание на републикацию, если имеется печатный аналог, да, то указываем, что вот это републикация, это не впервые опубликованный только в электронном виде учебник, да, это вот оттуда. Под видами электронного документа. Вот это понятие раскрывается в новом проекте. Что сюда писать, да, за двоеточие? Ну, в принципе, достаточно широко представлено. Видеозапись. Обязательно дополняем видеозапись конференции, видеозапись там, вебинара, запись вебинара или там, видеозапись лекции. Ну, дополняем. Да, обязательно. Не просто видеозапись, а видеозапись чего. И дальше вот весь перечень практически, боюсь, что не полный, всех видов электронных документов, которые за двоеточием рекомендуется приводить. Место публикации изготовления и распространение электронного документа. Опять же, в соответствии с ГОСТ 2018, да, и до места публикации еще про издание скажу. Если есть переиздание, сведения об издании, вот это вот электронные версии какой-то программы, они уходят туда. И про место публикации. Если есть
и указано место публикации, издатель и дата, эти данные приводятся для сериальных изданий или для републикации. Приводятся они по ГОСТу 2018. Если этих данных нет или их приведение несущественно для идентификации, тогда не приводится. Данные о месте издания, републикации, то есть электронной версии книги, да, буду говорить упрощенно, приводится по ГОСТ 705, то есть ГОСТ по ссылкам. Не сокращают, приводят так, как приведено в первичном документе. Вот два пункта в новом проекте, они как бы не совсем мне, например, было понятно. В одном случае было написано «приводим по ГОСТ 2018», в другом случае «на републикацию» и про републикацию, и про сериальные, а во втором случае про републикацию «приводим по ГОСТ 2008». Так по какому ГОСТу приводить, по тому или по другому? Ну вот пока да, не совсем понятно. То есть вот в двух пунктах как бы отсылки к двум разным ГОСТам. Но я так понимаю, что пока ждем, опять же, ставим себе галочку про место публикации, потом уточнить, что и как будет приведено. Возможно, в соответствии с ГОСТ 2018 относится пункт, что можно не указывать в каких-то случаях. Ну, может быть, вот эта вот часть. Не знаю, может быть. Но пока вот тоже такой под знаком вопроса. Но в любом случае, если есть место публикации, для книг-то все понятно. Мы берем с титульного листа и тут уже без вопросов приводим. По объему примечаниям и идентификатору, немножечко из этого ГОСТа вам покажу, да, по объему страниц у нас может не быть, это уже понятно. Пагинация страницы, если есть, приводим по ГОСТу 2018, если она отсутствует, то тогда либо, например, для слайдов приводится порядковый номер слайда или пагинация там с 13 по 15 слайд, берутся в квадратные скобочки, либо единица объема электронного документа, вот как это приведено на слайде. Но в том случае, если это можно установить, там 68 файлов, если мы точно знаем, или это есть где-то в выходных данных, мы это можем взять. Да, или там 35 файлов, 34 тысячи записей, или просто 34 тысячи записей. Но если это можно посчитать, конечно, вручную, мы это сидеть высчитывать не будем ни в коем случае. Либо байты. Ну, байты – это легко, да, вес... Всегда у нас, вес у нас всегда приводится, чаще всего, ресурсов, которые мы загружаем. Но не всегда выводится, когда мы это смотрим на сайте или на портале. Поэтому, если нет, ну, значит, нет, тогда не приводим. Ну, что делать, если уж вот так получилось? Поэтому не переживайте. Если можно установить, мы это приводим. Если невозможно привести и подсчитать единицы объема, ну, здесь уже, наверное, будут какие-то пояснения, что делать. Ну, пока вот так. Примечания. В примечаниях обязательно указываем особые условия. Если есть доступ только с кафедральных компьютеров или доступен в локальной сети по договору с ЭБС, там, ЮРАЙТ, IPR-бук, университетская библиотека онлайн, еще что-то. Да, условия доступности, системные требования тоже приводим здесь перед адресом, перед проведением адресной строки. Это тоже осталось и есть. При указании адреса, коллеги, вот это обратите внимание, в новом проекте ГОСТа на это делается отдельное примечание. Да, помимо всех остальных элементов, что обязательно должно быть приведено, указание протокола доступа. HTTP, HTTPS, FTP и так далее. Ну, вот в основном вот эти два для нас важны. HTTP или FTP. FTP – это, вот, ну, как бы сказать, закрытый админский доступ, да, администратора сайта. Просто из интернета мы не сможем войти, если у нас нет дополнительного доступа, дополнительных прав.
Для электронных сериальных изданий сохранилось то же самое правило. Вместо даты обращения можно указывать дату публикации. Вот был у меня недавно вопрос, кстати, коллеги спрашивали, а вот роспись статей, вот как нам сделать вместо даты, если дата обращения, ну там вот сложности были, чтобы она сама автоматически проставлялась. Ну, пишите тогда дату публикации, если это журнал. Да, для сериальных изданий. Эта замена и в проекте тоже будет. И, возможно, вот такая замена сложного пути в проекте есть. Как можно написать длинный адрес, когда у нас там на 4-5 строчек, особенно если там какие-нибудь соцсети, да, грандиозный адрес, как можно его сократить? Вот такой вариант здесь предлагается, замена сложного пути. Ну, мы часто пользуемся разными сокращателями ссылок, очень осторожно с ними, потому что они меняют вот это первое доменное имя. Они его кардинально могут изменить, и тогда у вас будет ссылка идти непонятно на какую абракадабру, а не на официальный ресурс. Замена сложного пути можно написать вот так, первое доменное имя, например, первое там, раздел, сюда входит, или просто вот так до первого доменного имени сократить, а дальше пишется через пробел слово «путь» и пошло раздел «библиотека», подраздел «документы», пункт меню такой-то. Вы заходите сюда, у вас есть меню, вы идете в меню, выбираете разделы, раздел «библиотека», «библиотека», ага, подраздел «документы», открываются подразделы, идем, работа с меню, через меню. Вот так можно записывать сюда. Да, зашли в документы, и вот у нас открылся наш документ. Как возможный вариант. И покажу несколько примеров. Это вот основные такие моменты по основным пунктам областей библиографического описания мы прошлись. DOI, международные идентификаторы, указываем, да, обязательно. И еще одна такая нестыковочка в ГОСТе. Там написано, что в примечаниях указываем заглавие с титульного экрана, заглавие с главной панели. То есть указываем, откуда мы взяли основное заглавие. Да, из какого места. Что это обязательный элемент, но в самих примерах и образцах эта часть как-то опускалась. Ну, наверное, не настолько уж и обязательно. Посмотрим, что будет в окончательной версии. Ссылка на составную часть и на целый... Название источника. А где у нас название источника сокращалось? Где сокращалось название источника, Светлана Субботина? Коллеги, на каком слайде? Вот на этом у нас сокращается или где? Или вот здесь? Вот здесь? Институт научный. А, да, вот. Присутствует в сведениях об ответственности. Вот, как раз подошли к этому моменту. Самое интересное, что в ГОСТе 2018 мы учились почти 2 года писать, полностью не сокращая, в проекте, вот я вам сейчас привожу примеры, ровно так, как написано было в образце, в примере проекта ГОСТа. В сведениях об ответственности пошли сокращения. Это ссылки. В описаниях не сокращаем, хотя сокращения допускаются, но как бы нежелательно. А вот здесь смотрите, после двоеточия, да, сборник материалов мы пишем обычно полностью, и даже в ссылках стараемся указывать полностью. Допускаются сокращения СБ материалов, науч-семинара, в сведениях об ответственности Институт научной информации по общественным наукам. Это не источник. Источник сам у нас вот. Это описание сборника на выпуск сборника целиком. Ну, вот пока вот такая штука присутствует, да, в проекте. Да. Институт научный, да. Вот про самое, да, вот как было приведено, ровно так я вам сюда и привожу. Да? В название то, что за двумя чертами, конечно, лучше писать полностью, но уж как есть, так есть. Берем опять себе на заметку, посмотрим, что нам предложит в окончательной версии. Да, сокращение присутствует, но лучше все-таки, опять же, мы пока еще не пользуемся этим проектом ГОСТа, для нас важно вот это.
Да, мы-то у себя сейчас будем писать пока по правилам и будем писать так, как положено, все целиком и полностью. А официальный сад тоже лучше расписать полностью. Берем в квадратные скобки, потому что мы это сформулировали сами. Да, ну и вот такой вот адрес. Дата обращения. Вот примерно так выглядит ссылка на выпуск сборника. Для нас здесь важно, что ДОИ, которые ставятся после данных о физической, после области физической характеристики, да, вот сюда вставляется ДОИ, потому что оно относится вот к этому сборнику. Да, а вот это ДОИ сборника, не сайта. Вот это адрес сайта. Конечно, лучше его писать, и надо бы его писать так, как написано на самой главной странице этого сайта целиком и полностью. Лучше здесь не сокращать. Я вам просто показываю, как приведено сейчас пока в проекте. Страниц адрес, да, дата обращения. И обратите внимание, ДОИ у нас может быть несколько. Вот это ДОИ на весь документ, то есть на весь сборник целиком. Сборник имеет свой ДОИ. Да. И на составную часть, на статью из сборника ДОИ. Вот это уже ДОИ статьи, не сборника, а статьи. Вставляется туда же самое, но вот нам подсказка будет пагинация страниц, то, что вот это ДОИ относится к статье, а не к самому сборнику. Да, здесь... Часть оставила так, как было в примере, сборник с сокращениями, в сведениях об ответственности. И вот здесь, смотрите, здесь, когда мы даем ссылку на сам сборник, здесь второй раз, вот в примере, не было указано, что мы опять указываем на сайт, где это размещено. Его заменяет адрес URL. То есть если на сборник целиком мы указываем и считаем сборник – это составная часть сайта, то сюда приводим название сайта, который будем писать целиком. А вот здесь, если на статью сборника, который размещен на этом сайте, два раза дабл-слэш не ставится. То есть мы даем название статьи, заголовок, заглавие, приводим название сборника, да, его данные, все выпуск страницы, и приводим ДОИ самой статьи. Не сборника, а самой статьи. И адрес URL, который ведет на этот сборник, на эту статью. Ну вот пока вот так предлагается делать описание. Ссылка на мультимедийный электронный документ и его составную часть. Вот это то, чем мы уже немножко пользовались, когда нужно было составлять описание на мультимедийные ресурсы. Немножко подсмотрели здесь. Мультимедийный документ – это сочетание различных видов. Это и анимация, это и видео, аудио, графика, текст, организованные в одной среде. И вот как... Можно сделать описание на весь документ в целом и на составную часть, например, на кусочек видеолекции. Здесь приводим в квадратных скобках, что это мультимедийный электронный курс, это мы сами сформулировали. Приводим данные. Место расположения этого курса указываем курсера. Да, режим доступа для зарегистрированных слушателей курса, есть ограничения. Да, по... И дальше адрес. Да. Режим доступа куда у нас должен уйти? Вот сюда. Да, режим доступа для зарегистрированных слушателей курса. Здесь, соответственно, у нас куда должен уйти режим доступа? Вот сюда. Давайте мы его сейчас прямо вот так вот и переставим. Да. Вот эта вот часть. Сюда мы должны были бы написать. У нас идет вот сюда. А вот это режим доступа для зарегистрированных слушателей курса у нас куда идет? Вот сюда. Сюда мы что должны были написать, если были бы такие ограничения? Системные требования, например. Да? Вот с режимом доступа тоже. То он указывается у нас в примечаниях. И вот если посмотрите в проекте, да, режим доступа указывается в примечаниях. Средства ограничения и средства доступности у нас указывается после в описаниях, когда мы вот сюда приводим режим доступа такой-то, такой-то. Вот здесь путаница может возникать. Сюда мы приводим какие-то ограничения.
требования специального оборудования, программного обеспечения, да, установка определенных программ, например, пока не установите доступ только с компьютеров там, GNU Linux, и все. Иначе вы не сможете посмотреть. Или еще какие-то ограничения. Тогда мы это будем писать сюда. Это у нас уходит в конец. Светлана Наймушина, прошу прощения, не совсем понятно. Там у вас, по-моему, английская раскладка идет. Время воспроизведения. Вот это мы сейчас можем... Ага, добрый день. Вот это вот мы сейчас можем указывать, но указывать в квадратных скобках, потому что на проект ГОСТа мы еще пока ссылаться не можем, а там есть очень хорошая штука, как указывать фрагмент, например, видеолекции, видеозаписи. Вот это вот мы тоже указываем сейчас, например, вот так вот. В том случае, в квадратных скобках, в том случае, если мы это сформулировали сами. Если это есть, например, указ на автора, какой университет приведен в самом ресурсе, мы их указываем на титульном экране. Да? А вот этот, например, если не было написано, то в квадратные скобки все, что мы формулируем самостоятельно, мы указываем сюда. Можно опускать, Юлия Деянова, если повторяется, можно опускать, здесь мы просто привели вот, да, ну вот так, можно приводить, можно опускать. Одного автора можно опускать. Ну, просто раскрыли. В самом курсе было написано Антон Уницын, здесь Уницын Антон. Ну, ладно, напишем так, как было на титульном экране, приводится обычно в сведениях об ответственности. Новосибирский государственный университет. Вот если мы это все сформулировали сами, тогда мы это ставим в квадратные скобки. И вот эта вот вещь, ее очень хорошая штука, но пока еще это в проекте ГОСТа. Указание на промежуток, который мы упоминаем или цитируем, на который мы ссылаемся. Да? Ну, здесь понятно, что не цитирование, а упоминание, где автор об этом говорил. Часы, минуты, секунды, вот в таком формате указывается, например, промежуток. Смотреть вот отсюда до сюда, вот этот фрагмент. Это очень хорошо и удобно, потому что если мы ссылаемся на какой-то большой видеоролик или видеозапись, там, многочасовую, пойди найди этот фрагмент. Это вместо указания страницы или пагинации страниц. Вот другой мультимедийный электронный документ. Это презентация, озвученная презентация, плюс еще выкладывается текст под каждый слайд, текстовое изображение. Там можно листать слайды по одному. У нас здесь есть структура. Мы можем прослушать запись под каждый слайд. Они прокручиваем, открываем нужный слайд, звучит запись этого слайда, и плюс по тексту мы еще можем следить. Вот такой вот мультимедийный подкаст называется. На него также можно давать ссылку, опять же, использовать те подсказки, которые есть в новом проекте ГОСТа. Во-первых, мы заменяем, вместо даты публикации мы можем написать здесь дату создания, указать, она указана. Здесь, кстати, вот в данных, скажем так, выходных данных этого мультимедийного устройства можем указывать дату обращения, но это не сериальное издание, поэтому ну, вряд ли мы можем заменить, да, полностью дату создания вместо даты обращения. Ее все-таки придется приводить. Полностью на ресурс, на составную часть здесь можно приводить по-разному. Например, мы можем сослаться на слайд 6 и указать его вот сюда. Да, на какую страницу мы ссылаемся или на какой слайд можно указать пагинации. Либо мы ссылаемся на аудиодорожку. Вот, кстати, в новом проекте допускается ссылка на разные элементы вот таких мультимедийных документов. Я могу сослаться либо на слайд, тогда я указываю номер слайда, либо на какое-то место в звуковой дорожке, звуковой ряд, и тогда это у меня будет выглядеть вот так. Я указываю, что это звуковой ряд, и время воспроизведения, там, с минут 43 до минут 56, вот оно звучит, я его открываю. Если это звуковой ряд вообще ко всей презентации, если это еще и к слайду, тогда
нужно указывать какой-то конкретный, еще дополнительно, да, какой-то конкретный слайд. Но это вот особенность мультимедийных ресурсов, они могут выглядеть абсолютно совершенно по-разному. Но даже на видео или на звуковой ряд мы тоже можем давать ссылки и оформлять. Вот такая вот вещь планируется в новом проекте ГОСТа. Видеодокументы сетевого распространения. Да, ссылка на запись целиком, на запись вебинара. Опять же, мы можем привести время воспроизведения. Это сколько длится вообще весь ролик. Либо, если мы ссылаемся на фрагмент, то время воспроизведения данного фрагмента мы приводим уже вот так. Да, там, где конкретно говорится, ну, как конкретная страница. Есть образцы ссылок на стандарты и их составные части. Вот это то, что в новом проекте ГОСТ планируется. Это то, что я вам сейчас сюда тоже вот на сайт постаралась привести. Например, на наш любимый ГОСТ 2018, вот, да, дается под заголовком описание. Наименование ГОСТа, тогда уже следующее в сведениях об ответственности, относящихся к заглавию, мы его не приводим. Основное заглавие, и вот дальше пошло то, что из этого же ГОСТа 2018. Сведения, относящиеся к заглавию, вот сюда уносятся все данные об утверждении, дате введения, пересмотра и так далее. Дальше две косые черты. Вот это уже то, что я дописывала уже самостоятельно, да, все целиком и полностью постаралась написать. Консорциум кодекс – это сведения, относящиеся к заглавию уже самого источника, на котором располагается этот ГОСТ, этот стандарт. И дальше адрес, место расположения, URL приводим, дата обращения. Да, то есть здесь... В общем-то, знакомая вещь, ничего страшного нет. Да, по поводу точки и тире. Вот здесь можете тоже удивлять, почему никто еще не спросил, а почему здесь говорим о ссылках, а стоит точка тире. Потому что так пока еще есть в проекте. Мы знакомимся пока еще с проектом ГОСТа. Но указано, что можно заменять точку тире на любимые наши точки. Обычно мы так и делаем, чтобы отличать ссылку от библиографического описания. И вот здесь, да, это на сам ГОСТ, а вот здесь ссылка на кусочек, на пункты ГОСТа. Все то же самое приводится, только вот здесь перед URL мы вставляем конкретные пункты, на которые ссылается. Причем я бы поставила 2P, да, потому что тут два пункта, но в примере в образце было приведено 1P, поэтому ставлю 1P, как приведено там. Да, ну, может быть, в итоговой версии будет и два. Пункты, смотри, пункт с такого-то по такой-то. А может быть, так и останется. Ну, это вот указание на какие-то фрагменты источника. Ссылка на презентацию. Схема, опять же, приведена в проекте ГОСТа. Вот схемой как раз можно тоже пользоваться уже сейчас. Заголовок, основное заглавие, сведения. Поясняющее основное заглавие, причем делается пометка, здесь обязательно должно звучать слово «презентация». Презентация доклада, презентация выступления и так далее. Сведения об ответственности, если есть что привести. Сведения об источнике опубликования. И место расположения составной части. Ну и примечание, что сюда относится. Ну, вот два варианта, как может быть дана ссылка на презентацию. Вообще, вот это вот более полный вариант под заголовком. Есть автор, есть указание, где это находится, номер слайда, все приводим. Здесь все есть то же самое, кроме заголовка. Мы не знаем, кто это сделал. Это, ну, вот, размещена презентация, может быть, это студенческая работа. И самой презентации тоже из слайдов непонятно было, был ли автор или нет. Ну, вот в таком виде тоже у нас... Некоторые презентации размещаются и могут быть, да, допустимо ли приводить такое, например, в научной публикации, но это уже другой вопрос, это уже не ГОСТ и не к проекту ГОСТа. Ну, а вот в таком варианте, да, название, вот, за двоеточие мы приводим, что это презентация, доклад на международной конференции, причем, если это написано, из самой презентации можно понять, или сопроводительного текста, да, тогда мы это приводим без квадратных скобок. Если это мы сформулировали сами, не было слова «презентация», тогда его берем в квадратные скобки, что это презентация доклада.
И ссылка на интегрируемый электронный документ. Да, вот ссылка на новость, например, размещенную в соцсетях. Вот основные данные, которые нам нужны. Заголовок, заглавие и дата публикации, когда это опубликовано. Ну, год сами подставим. Да? Там, в марте этого года вот мы его подставляем сюда. Берем в квадратные скобки название. Это первые слова текста самой новости, самой публикации поста. Да? Вот мы ее берем в кавычки, в квадратные скобки. И новость от участника. Дальше идет сведение, относящееся к заглавию, сведение, поясняющее. Новость от участника группы вот так рекомендуется в проекте нового ГОСТа писать. Никнейм. Если невозможно установить имя, иногда мы в соцсетях существуем под никнеймами, тогда пишем никнейм. Две косые черты и приводим, откуда это взято. Пост в группе Facebook. Вот здесь еще можно дописывать вот сюда. Информационно-образовательная среда, группа в социальной сети Facebook, и дальше уже, что это пост в группе, дата, время, можно писать, можно не писать, если известно время публикации, и дальше все понятно. Режим доступа, вот он для авторизованных участников данной группы. А вот ссылка на интегрируемый, на комментарий к постам, например, на интегрируемый электронный документ, вот здесь очень осторожно, тоже можно давать. Вот мы на конкретный комментарий и делаем ссылку. Facebook меняет правила трансляции по ходу. Первые слова привели. Чего здесь не хватает? Здесь не хватает квадратных скобок. Да, мы должны поставить квадратные скобки. И вот опять же, ставить кавычки, не ставить кавычки, наверное, лучше поставить кавычки, потому что мы все-таки приводим цитату, да, из текста. Сообщение, что это в сведениях об ответственности, можно дать пояснение, что это сообщение к посту такому-то, от администратора такого-то, опять же, здесь двоеточие можно поставить, да, потому что у нас разнородные сведения об ответствии, относящиеся к заглавию, и где это размещено, опять же, сюда после запятой, после двоеточия можно написать, что это группа в социальных сетях, вот ровно так же дописываются, например, фрагменты телевизионных передач. Название передачи, потом пишется название канала и пояснение, что это телеканал такой-то. Комментарии в группе Facebook есть, дата есть, URL есть, дата обращения есть. Но обратите внимание, если вы даете ссылки на комментарии в группах социальных сетей, иногда мы можем попробовать взять ссылку вот отсюда, да, к самому комментарию, когда он был размещен, кстати, вот оно, 2 часа назад, 3 часа назад, да, и можно воспользоваться, попробовать разместить вот так вот ссылку, поставить ее вот сюда, чтобы точно найти комментарий. В группах он так не ищет, он по этой грандиозной ссылке выводит нас на саму страницу группы, и, значит, нам там по датам надо будет искать, где у нас был этот комментарий. Во-вторых, с комментариями в научных публикациях все-таки очень осторожно. Если вы не сделаете вот так, не заскрините, не сделаете скриншот, еще подтверждение, в какой группе это было, завтра модератор осерчает на комментатора, удалит эту ветку, например, и все, и комментария уже нет. То есть в научных публикациях, в принципе, давать ссылки можно, но подстраховываете себя. Да? На что вы даете комментарии, скринкаст, указание группы, где это было, хорошо бы еще сам пост. И на комментарии можно давать ссылку как на отдельный авторский документ, вот по новому проекту это можно, автор, это вот как бы расценивается как отдельный, как отдельная статья, скажем так, да, это вот автор и так далее. А иногда дается ссылка на сам пост, может быть, это имеет смысл, и комментарии рассматриваются уже как интегрируемая часть этого поста. То есть либо на сам пост даем и там указываем, что это к нему вообще-то комментарий, либо даем на сам комментарий как отдельное произведение авторское. Ну вот здесь, опять же, по поводу комментариев. Ссылку дать можно на что угодно, но насколько это будет принято в том издании, куда вы планируете размещать свою публикацию. И по электронному письму, вот последний момент, на который
полезность, которая есть в новом проекте ГОСТа. Единственное примечание, которое там есть, что ссылки возможны только в случае, если есть возможность в каком-либо виде доступа к этому письму третьих лиц, да, что вы на него ссылаетесь, даете на проверку научному руководителю, он сможет он захочет это перепроверить. Сможет ли он это сделать? Вот вопрос. То есть это все должно быть указано в самом описании. Ну, вот схема описания здесь простая. Приводится заголовок, основное заглавие, что это означает, я вам тоже здесь такая расшифровка есть, сведения, относящиеся к заглавию, режим доступа там, с личного компьютера такого-то. Светлана Григорьевская, пример, что сомнительный про что? Про комментарий или про электронное письмо? Про письма, ага. В чем, что вызывает сомнение? Можно ли на них ссылаться, или стоит ли это делать, или сама схема описания? Что вызывает у вас сомнение? А, стоит ли на них ссылаться? Да. Ну, в общем-то, у меня, например, и комментарии в социальных сетях вызывают очень большие сомнения. Но, тем не менее, может быть, возникнуть такая ситуация, и, может быть, электронные письма, вы знаете, как неопубликованные документы, да, там личный архив, письма, станете вы великим, да, а архивов у нас теперь нет, да, письменных, письма не сохраняются, только в электронном виде. Вот как сослаться на электронное письмо? А у нас уже есть схема. Шутки шутками, но тем не менее, да, есть сомнения. ГОСТ не рассматривает случаи употребления или неупотребления тех или иных ссылок на те или иные документы. Имеет ли этично, неэтично ссылаться на электронное письмо? Ну, в некоторых случаях может быть, да. Вот сейчас немножко так пошутил на эту тему, ну, а кто знает, может быть и да. На всякий случай, да, чтобы было. Если вдруг будет такая необходимость, то обратите внимание, вот этот вот режим доступа, он по-разному формулируется, и вот, конечно, такие ограничения для электронных писем, они существуют. Но для нас важно знать, что в случае чего у нас есть схема, у нас есть образцы, и мы можем это сделать. Да, другой вопрос, надо ли, но это уже другой совсем вопрос, не библиографических ссылок. Выглядеть это может примерно вот так. Заголовок «Автор, отправитель». Да, прошу внести в базу данных сведения о публикациях. Это первые слова из текста письма. Кстати, вместо первых слов возможно использовать и тему письма, поэтому вот в деловой переписке всегда обращать внимание, пишите конкретно тему правильно. Ну вот, потому что это может попасть в ссылки. Сведения, относящиеся к заглавию, электронное письмо от такого-то, такого-то, такому-то, такому-то или таким-то, таким-то из строчки адресаты, кому мы отправляли, вот сюда мы их пишем. Те, кого мы ставим в копию, нет. Они наблюдатели, они не активные участники переписки. Режим доступа с личного компьютера Нахимова. Либо все то же самое, да, режим доступа по согласованию с адресатом с личного компьютера Нахимова. Вот эти примечания, они, тексты примечания, они не регламентированы, поэтому мы здесь можем формулировать сами. И вот тогда, Светлана, прошу прощения, отчества не вижу, да, мы можем вот это вот сюда прописать, что только по согласованию с адресатом, которому пришло это письмо, если он разрешит, вы можете получить к нему доступ. Можно ссылаться на флеш-диски, доступ только с... как там временно, флеш-накопители информации Нахимова ПП с его личного компьютера и только на территории кафедры, находящейся там на площадке Нью-Васюки. Пожалуйста, может быть и такое ограничение режима доступа. Другой вопрос. Рецензент или научный руководитель или редактор издания, куда вы вот это вот вставите, да, отнесется ли к этому благосклонно или скажет, слушайте, уберите лучше эту цитату и давайте не будем мучиться и перепроверять. Да? Но опять же, это немножко другой вопрос. Но можно указывать, да, и можно...
Давать ссылки на электронные письма тоже. Кстати, в том же, например, гарвардском стиле, по-моему, в Ванкувере мне попадалось, что да, они тоже прописывают вот эти правила, ссылки на электронные письма, на электронную переписку, которая будет, возможно, доступна для третьих лиц. Ну, может быть, два великих человека вели переписку по не в социальных сетях, как ни странно, да, в наше время, а по электронной почте, обменивались вот таким эпистолярным жанром по вопросам там, каких глобальным философским. И потом это становится достижением, достоянием, да, нашим, и мы начинаем это где-то на это ссылаться, оно существует только в виде, ну, вот как раньше, архив писем. Да? Ну, вот в этом случае, наверное, да, если это можно, разрешается к публикации. Ну, и вот такая вот визуализированная схема, пояснение, откуда какую информацию берем, да, с пояснениями, еще раз схема, вот таком вот визуальном представлении я вам сюда предлагаю. Вот это вот основные моменты, которые пока есть в ГОСТе. Про законодательные акты пока мне там не попадалось. Есть там еще про патенты, да, патентов мы еще не добрались. Но вот самые часто используемые, и последний пример, да, такой вот, на всякий случай про запас, электронные вещи, вот что можно полезного оттуда взять, особенно что касается видеозаписи. Но, коллеги, обратите внимание, там есть еще, например, в проекте ГОСТа такая штука. Ссылка на используемые изображения, например, в видеозаписях, ссылка на слайды. Ну вот смотрите, я вам сейчас демонстрировала там кучу слайдов. Там у нас там было 30 с чем-то слайдов. И вот в самом примере про видео, про ссылку на фрагмент видео, я открыла это видео, нашла, оно есть на YouTube и посмотрела. Там давалась ссылка на электронную карту. Сейчас я попробую найти хоть какой-нибудь у нас пример. Вот, вот может быть, вот, вот сюда. Да, вот, да, там со слайдами. Там ссылались на карту. Карта 1 или там карта 2. Идет описание. А это видеофрагмент. Он размещен в видеоролик. Видеолекция. Она размещена на YouTube. Я ее открываю и пытаюсь найти эту карту 2. Больше часа идет запись, и всего демонстрируется две или три карты. И вот для того, чтобы понять, где здесь карта 2, приходится пересматривать и метаться по этому ролику, искать, где она там находится. Ну вот представляете, если вы, например, сошлетесь на какой-то слайд презентации и записи вебинара, которые идут, например, у нас, да, в Директ Академии, и укажете вот сюда там слайд. А у нас есть авторы с большим количеством слайдов в презентациях. Вот Виталий Цигельный, недавно было у него больше 100 слайдов. И вы напишите, там слайд 98. Ха! Иди, дорогой товарищ, а вот как хочешь, так и ищи. Это получается, мне нужно пересмотреть весь видео, всю видеозапись там, на 1,5 часа 40. Мне надо пересчитать все количество слайдов, которые там есть. А если они еще не нумерованы, да, очень хорошо. Мне нужно отсчитать 98-й слайд, и только тогда я могу воспользоваться этой ссылкой. Трагедия жизни, правда? Вот в этом случае, коллеги, лучше всего, прошу прощения, да, аж горло перехватило. Если вы даже ссылаетесь на какой-то конкретный слайд, но это видеозапись, вебинара, лекции, выступления, доклада. А представляете, идет круглый стол, там несколько докладов. Вы указываете доклад, ссылаетесь на доклад конкретного человека и говорите, 8-й слайд. Чтобы мне найти этот 8-й слайд, мне надо пересмотреть вообще все доклады круглого стола, да, до этого выступающего, найти его. Поэтому вот эта фраза, прям берем ее,
на вооружение, да, время воспроизведения. Вот когда демонстрируется этот слайд, когда демонстрируется эта карта, лучше писать не вот так, хотя в проекте ГОСТа в основном, вот я понимаю, что они хотели сделать, но это для статичных презентаций хорошо, вот когда идут отдельным файлом. Или выложена, например, отдельная презентация, там тот же SharePoint или другие хранилища, где мы открываем презентацию, титульный слайд, где сразу написано, сколько слайдов, на каком вы находитесь. И вот эта вот навигация нам легко, как по страницам PDF-файла, да, перейти на нужный слайд, нужную страницу. Тогда да, тогда имеет смысл. Но если это видеоролик, все-таки пишите, пожалуйста, время воспроизведения. Да, даже если вы ссылаетесь на слайд. Слайд шестой, время воспроизведения такое-то, такое-то. Но это чисто вот из уважения, наверное, к тем зрителям, которые будут в нашей, по нашей презентации метаться, пытаясь выискать, где же этот слайд в двухчасовой записи. Ну вот, вроде бы, коллеги, пока и все у нас на сегодняшний день. Мы сегодня с вами так прошлись по проекту ГОСТа 2021, который нам рекомендуется, к которому мы, скорее всего, скоро еще раз вернемся, когда он у нас будет уже принят. Не совпадает? Да, 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 да. Юлии Дьяновой, это Светлана Субботина, уже так пошел разговор по поводу, нужно ли указывать в сведениях об ответственности автора с инициалами. Если точно совпадает, то не нужно. Если есть отличия, то в сведениях об ответственности указываем так, как они приведены на титульном, в самом источнике, на титульном слайде или экране. Ну вот в онлайн-курсе мы, например, почему привели, у нас мы приводим Уницин А, да, как положено, там вот второго инициала не удалось добыть, он везде как Уницин А. А в сведениях об ответственности Антон Уницин, ну, ровно так, как было написано в представлении на титульном слайде, вот так его поэтому туда и привели. Да, могут быть расхождения, здесь приведено так, там приведено по-другому. Поэтому, да, если есть небольшое расхождение, лучше привести. Если не отличается, тогда можно опускать. Ну вот, коллеги, и все, сведения на конверте и на диске могут, могут отличаться. Так, сейчас. Юлия Шишкина. Сведения на конверте и на диске DVD могут отличаться. Указываем заголовок и подзаголовок с диска или на конверте. Вы можете это привести, указывать с диска, а в примечаниях указать, написать в примечаниях, да, заголовок на конверте или там подзаголовочные данные на конверте выглядят вот так-то. Да, чем отличается. Это в примечаниях лучше указывать, если есть какие-то расхождения в сопроводительных документах. И сам диск, если речь идет о локальных ресурсах. Просто это в примечания туда пишем. Ну вот, коллеги, на сегодняшний день у нас с вами и все. На этом мы с вами завершаем нашу встречу. Большое спасибо всем, кто был сегодня с нами. И сейчас я завершу наш вебинар пожеланием разобраться с ГОСТами, не переживать. Надеюсь, что в проекте у нас все поправится, и в итоговой форме мы все-таки получим ГОСТ, который будет не усложнять, а облегчать нам жизнь. Надеюсь, что будет именно так, и для этого все, по крайней мере, делается. Большое спасибо всем, кто был сегодня с нами, кто принимал активное участие, комментировал, писал в чатах. Это на самом деле очень здорово. Жду вас на новых встречах. Напоминаю, что в октябре у нас будут вебинары по библиографическим описаниям. Мы пройдемся по ГОСТу 2018 и закончим работу над таким навигатором по ГОСТу. На прошлом вебинаре я вам показывала и давала этот файлик. Ну вот там не все еще пункты внесены, вот мы на следующих встречах это продолжим. И в ноябре нас ждут вебинары по ссылкам. Проект мы пока трогать не будем, мы поговорим о ссылках вот нашего действующего, по действующему законодательству, по действующим ГОСТам. Всем хорошего настроения, всем хорошего завершения, продолжения и завершения
рабочей недели. Обязательно крепкого здоровья и, пожалуйста, берегите себя. Ждем вас на новых вебинарах Директ Академии. И как получить сертификат, информацию я вам в чат сейчас разместила. Всем счастливо, всем удачи!